На рисунках, созданных руками маленьких самарских художников, метро, трамвая, здания, фонари и важное послание к человечеству – любите свет. Я нарисовала ночной город, как там светильники, машины светят. Я нарисовала сердце, и там лампочка, и около этого город. «Свет в родном городе» под таким названием сам ГЭС провел конкурс рисунка и открыл выставку к 125-летию энергосбыта. На ее фоне участники получили дипломы и сувениры, и им провели экскурсию. Дети узнали, как строили электростанцию, из чего состоит тариф на электроэнергию, и услышали полезные советы о том, как ее экономить. Выставка достойная, правдивая, она действительно освещает исторические факты с первой станции до сегодняшних дней. Сейчас мы вообще переходим на цифровизацию, мы пытаемся донести до наших граждан, что есть личный кабинет, что мы можем дистанционно общаться. Выставка будет работать в Центре обслуживания потребителей «Самара-Горэнергосбыт» в течение месяца. Татьяна Пудова, Роман Апарин, Новости губернии.